Наринмарские полицейские раскрыли кражу велосипеда и возбудили уголовное дело по факту кражи имущества из квартиры в отношении жителя Наринмара. Оба преступления правоохранители раскрыли буквально по горячим следам. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что несовершеннолетний житель округа 2008 года рождения совершил кражу велосипеда из подъезда жилого дома по улице Ленина. На момент совершения кражи велосипед стоял в подъезде без противоугонного устройства. Сотрудниками полиции похищенное транспортное средство изъято и возвращено владельцу. В связи с участившимися случаями совершения преступления просим владельцев велосипедов обращать внимание на и необходимость их сохранности и оборудования противоугонными средствами. Еще одно дело возбуждено по факту кражи имущества из квартиры в отношении жителя Наринмара. 15 июня в дежурную часть полиции обратился житель города с заявлением о краже имущества из его квартиры. Прибывшие на указанный заявителем адрес сотрудники полиции установили, что потерпевший на своей квартире распивал спиртное со знакомым, а когда уснул, его приятель совершил хищение электродрели и мобильного телефона. От начальника смены дежурной части УВД России по Ненецко-Фтоновому округу нами была получена ориентировка на гражданина, который совершил кражу. Вот. Работая по данной ориентировке, нам удалось задержать данного гражданина. По данному факту следователям следственного отдела УМВД России по Ненецкому округу в отношении жителя округа возбуждено уголовное дело.